Поэтому были вынуждены вчера потушить свет, прогнать всех гостей. Они взяли с собой водку, недоеденные стейки, бургеры и пошли на пляж. И на пляже было, на мой взгляд, по моим данным, более 4 драк. Этот вопрос, знаете как, люди должны были выплеснуть эмоции, отдохнуть, пошли на берег. Где было сидеть, это было незаконно, поэтому мы все закрылись. И вот в связи с этим мы просим пересмотреть ужесточение карантина в нашем конкретном случае, курортный поселок Коплево.